При мониторинге городских территорий на улице Краснозеленых установлен факт аварийного состояния улицы в результате двух треснувшихся деревьев. Деревья лопались, трескались прямо на глазах у людей. Оперативно управление муниципального контроля была передана информация в ЗАО «Зеленстрой». «Зеленстрой» сработали молниеносно. Сразу прибыла бригада, были сотрудники ГАИ, полиции, а также были приглашены сотрудники НЭСК. В результате быстро слаженной работы данные деревья аварийные были ликвидированы. Специалисты «Зеленстроя» спилили и вывезли деревья. Энергетики также сработали вовремя. Сразу после того, как закончили коммунальщики, они восстановили электроснабжение. Движение на этом участке дороги было возобновлено уже через 2 часа.